Всем привет! Сегодня у нас будет ролик про самодельный мопед. Прошлое видео набрало нормально просмотров. Вижу, что вам нравятся самоделки. Сегодня у нас в планах немного поработать сваркой и даже может прокатиться. Посмотрим. В общем, смотрите, я поменял колеса. Вот, поставил другие колеса. Большие смыслы для этой рамы, потому что сюда еще больше не полезут, да и смотреться будут они не очень. А эти колеса в самый раз. Кстати, болгарка у меня сгорела, так что сегодня я не знаю, если какие будут проблемы, то придется уже сварочные дела отложить, потому что приварить-то приварю, а деталь все равно надо будет подгонять, подрезать. Итак, колеса я поставил другие, эти немного пожестче, и чувствуется, что подвеска стала пожестче. Назовем это так, подвеска. Стояли вот эти вот дудыши. Они, во-первых, мягкие. Но они мне нравились. Но у них, видите, начала появляться восьмерка. От того, что езда была по камням. Вот заднее колесо. Вот видите, самодельный профиль я сюда пустил, пластину. Потому что родные спицы повылетали. Ну и в итоге с этими колесами смотрится немного по-другому. Сегодня в планах надо будет сделать ножку, потому что для правой ноги есть подставка. Так, а с этой стороны нет подставки. Ножка у меня будет вот такая вот. Больше ничего не нашел. Буду ее приваривать к нижней раме, ну где распредвал. Вот он, видите, распредвал. Вот так вот приварю. Хотел сначала вот так приварить, но здесь, видите, глушитель, он нагревается, и вот видите, я уже поплавил одни брюки, не успел убрать ногу, так что вот так он будет стоять, здесь вот так нога будет, ну я все продумал, вот так он будет стоять, и мешать не будет, и будет удобно. Так, с ножкой разобрались. Так, дальше я нашел на металлоприемке вот такие вот багажники от велосипеда. Они немного поржавели. Я хочу сюда установить какой-нибудь багажник. Вот. Или вот так вот. Вот так вот установить. Или спереди. Ну, я думаю, спереди не так будет. Пускай лучше будет сзади. Вот так вот. Куда-нибудь его приварю. И попробуем прокатиться. Можно этот приварить. Вот видите, в чем проблема. Вот сейчас, это, например, вот эту часть резать. Болгарки нет у меня. Она вот длинновато получается. Ладно, посмотрим. Вот такие, друзья, на сегодня планы. Успею, не успею сделать до вечера прокатиться. Если не успею, то поедем так, покатаемся. Ну, ножку я сегодня точно заловил, от багажника вот я не знаю. Так, заварилось вообще классно. Здесь металл толстенный, ножка толстенная. В общем, получилось вообще огонь. И главное, меня выдерживает, я вот всем весом давлю. И по идее, можно сделать маленький такой усилитель сюда, уголочек туда кинуть, и будет вообще крепко. Так в целом нормально. Так. Немного здесь вот подварил. Здесь металл тонкий, здесь, видите, переход идет на толстую часть. Так, вот приложил багажник. Вот думаю,
Наверное, вот так оставлю его. Сюда вот прихвачу. Здесь он, здесь немного торчит. Ну, я думаю, можно будет подрезать. Ничего страшного нет. И приварить. Будет такой, так сказать, такой каркас, жесткость. Ладно, сейчас здесь вот прихвачу, а дальше будет видно. Так, багажник готов. Теперь можно хоть какой-то хлам грузить. Там с собой воду брать, какие-то ключи. Надеюсь, он не отвалится, потому что вибрация будет приличная, и он может отлететь. Ну, посмотрим. Надо будет прокатиться. Потому что эти колеса немного пожестче, и кочки, они, так сказать, хорошо ловят. А вот эти колеса мягкие. Дудуши, они вообще мягко идут. На этих колесах я даже не знаю, будет вибрация, не будет. Посмотрим. Так, ножку приварил, багажник приварил. Хотел поставить крыло, но, блин, смотрю, что-то он как-то смотрится не очень, да и она не подходит. Слишком маленькое крыло, и надо сделать его пониже. А так, в целом, поставил катафот, номерок повесил. Так, бензинчику надо залить. Куртку одеть.